С 12 июля вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. Нововведения затрагивают правила перевозки детей и формулировки горизонтальной дорожной разметки. Из всех возможных устройств перевозки детей теперь допускаются только специальные автокресла, соответствующие весу и росту ребенка. Детский возраст разделен на две возрастные группы – до 7 лет и от 7 до 12 лет. На переднем сидении использование автокресла обязательно для всех детей возрастом до 12 лет. На заднем сидении дети до 7 лет могут перевозиться только в автокресле, от 7 до 12 лет – без автокресел, но пристегнутыми штатными ремнями безопасности. Запрещается теперь перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сидении мотоцикла. В принципе, это правильно, но я считаю, что каждый родитель должен, в зависимости от особенностей каждого ребенка, в любом случае сам предусматривать меры безопасности по перевозке своего ребенка. Естественно, если ребенок крупный, крупных размеров, в кресле возить его нет никакой возможности. Но если дети небольших габаритов, то я считаю, что все-таки безопасно перевозить в детских креслах, так как там есть и боковые поддержки. Кстати, по данным ГИБДД, количество смертельных случаев, в которых пострадали дети, находящиеся в удерживающих устройствах, регистрируется крайне мало. Следующее нововведение касается правил обращения с маленькими детьми во время стоянки автомобиля. Теперь запрещается оставлять ребенка в возрасте младше 7 лет без присмотра взрослого. Это требование появилось после ряда прецедентов с участием малолетних детей в разных регионах России. Их оставляли без присмотра в авто как в жару, так и в лютый мороз. Нарушение данного правила грозит штрафом нерадивому автолюбителю в размере 500 рублей. Еще одно изменение – уточнение в пункты правил, которые вызывали разногласия у автовладельцев и инспекторов дорожного движения по поводу дорожной разметки. Многие водители жаловались на то, что нет конкретных критериев определения обгона. Теперь они появились. Зачастую вот водители выезжают на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и начинают свой маневр на прерывистой линии разметки. И также на прерывистой заканчивают, что вызывало разногласия. Прописано это конкретно не было. На данный момент указали то, что при выезде на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, выезд запрещен, если прерывистая вот эта линия разметки окажется справа от автомобиля. Ознакомиться с нововведениями подробнее можно в интернете. Только внимательный водитель не создает угроз для участников дорожного движения.